бежит ко мне. Всем привет! Сегодня 30 июня 2017 года. И минузат лубжатр мы. Вот это Марат. Мой жених. Да. Тот именно, которого все хотели увидеть. Мне можно будет смотреть видео после Тоя? Которое нельзя. Ну, после Тоя только можно. Хорошо. А вот это наши друзья. Айджерим. Ну, представляй дальше. Айджерим. Ну, Айджерим все знают, они нуждаются в представлении. Барнанин Айджерим. Абул? Угадайте, кто это. Булзаки, да? А вообще его зовут Багдад. А вообще имя его Багдад. Игей Заки? Абул Дамир. Кстати... Менің қандасым. Друзхан. Румейт. Румейт, да. Румейт. Да. Ну, блогерша, веди дальше свой блог. Солнце светит не с той стороны, при этом картинка не очень. Мы приехали. Покажи свое платье. Ветер, по идее, не очень. Что, вы встали? Где фоткать? Готовы, да? Бер, ека, уж. Сейчас еще раз, подождите, не спешите. Ох, вот так вот. И еще, сейчас, пару фоток. То здание конкретно отражает. Все? Готовы, да? Конечно, видео. Видео? Конечно. Сидер, видео, Махтумлан, Бергалай, да? Ой, да, конкретно на Эдлайн. Апдейт, короче, с места событий. Мы приехали в Тойхану вовремя. Ну как вовремя? Пригласительно было написано, конечно же, в 7, но понимаете, казахи никогда не приходят вовремя на такие мероприятия, поэтому мы обзвонили всех гостей и попросили прийти их в 8, чтобы начать в 8. Но... Все равно. Люди опаздывают. Поэтому нам нас тоже... выгнали. Да, нам родители тоже сказали приехать в 8, мы были там в 8. Но так как не все гости собрались, нас отправили сделать кружок, пойти пофотаться где-нибудь. Мы пофотались. Ой, мне звонит папа. Oh,
Кішкентай, ағынге қызға қошемет көрсетіптер, жақсылықтың барлыда алдан шығар арландығайды. Ағайын тағыды бір қол соғай, келе жатыр қыш жібектің түрегеді. Көмейіндегі жымын алып, қолымдағы күлін алып, күйеу жігіт келе жатыр ағайында. Жамалдай қонақтарымыз арқая, Атырау қаласынан келіп отырген. Сонымен қоса, шырайлы шын қаламыздағы достары, құрдастары, Нұрлан Гүлзира, Мағауия Айгүл, Дінмұхамед Гауһар, Ерлан Салтанат, Ербол Жұбай мен Төкен Меруерт, Дінмұхамед Жан, Дінмұхамед Әлі, ағаларымыз Жұбайлармен келсе, Құл Мұхамед ағаларымыз, Назира жеңгелеріміз, Дәулет Гүлмирадай қадірлі қонақтарымыз. Келінжан сізге бүгін сәлем салар, риза боп қол жайып берген батаңызға. Келінжан, бес сәлемді салыңызшы, серік болдай бүгін қайын атаңызға.